Представляем вашему вниманию прогулочную коляску Tiftonia Fun System, предназначенную для детей от полугода до 3 лет, весом до 15 килограммов. Чрезвычайно маневренная Fun System, благодаря одиночным поворотным колесам и узкой раме, является идеальным средством передвижения. Коляска идеальна для прогулок, путешествий и шопинга. Она с легкостью пройдет в любое узкое пространство, поместится в любой лифт. Ширина рамы всего 54 сантиметра. У коляски имеется большой водонепроницаемый регулируемый капюшон со смотровым окошком. Капюшон легко снять. Задняя часть отстегивается, под ней мы видим москитную сетку. Пятиточечные ремни с мягкими накладками регулируются в зависимости от роста ребенка. Их легко расстегнуть маме, но малыш не сможет сделать это самостоятельно. Защитный бампер обтянут тканью, имеют разделитель для ног, мягкие подлокотники. Чехлы можно снять и почистить. Подножка имеет два положения, регулируется при помощи держателя снизу. В комплекте имеется накидка на ножки на молнии. Наклон спинки регулируется в нескольких положениях до горизонтального при помощи рычага сзади. Вот таким образом. Прогулочное сиденье можно установить как лицом к маме, так и наоборот. Это очень просто. Нажмите на фиксаторы снизу. Снимите прогулочный блок и зафиксируйте нужное положение. До 10 месяцев лучше повернуть малыша лицом к маме, а после – лицом к окружающему миру. Легкая алюминиевая рама. Светоотражающие элементы помогут в темное время суток. Ширина рамы, как я уже говорила, 54 сантиметра. Колеса полиуретановые. Передние колеса поворотные с блокировкой. Чтобы заблокировать колеса, достаточно повернуть фиксатор в положение замок. Если вы едете по неровной поверхности, например, песок или снег, колеса лучше зафиксировать. Внизу мы видим вместительную корзину для покупок. Колеса легко снять. Достаточно нажать на фиксатор на колесе и вытащить его. Ножной тормоз действует сразу на оба задних колеса. Опустили вниз, поставили на тормоз. Вверх сняли с тормоза. Педаль тормоза не пачкает и не царапает обувь. Ручка с мягкими накладками. Вы можете отрегулировать высоту при помощи боковых кнопок. Имеются дополнительные накладки на молнии. Сложить раму Tiftonia Fun System очень легко. Потяните боковые фиксаторы на себя и опустите ручку вниз. Разложить еще проще. Потяните ручку наверх до щелчка. В комплект Tiftonia Fun System входят накладки на ручки, прогулочный блок с капюшоном и бампером, дождевик, накидка на ножки, шасси с колесами и инструкция. На шасси Tiftonia Fun System можно установить автокресло группы 0+, например, Tiftonia Tario, Maxi Cosi или Roamer при помощи адаптеров.